Мина хочет солнышко. Мин остался. Сен отсюда. Сен айтқан, әлгі флешкіні міндетті түрлі табамын. Сазнасы сепілу керек. Жақсы, жақсы. Қобылжыма, қазір дәргерді шақырайын. Айын алып кетейін сол. Доктора! Он очнулся, доктора! Жексұрын неме? Бір күн бой болса салып жүртпесін да? Қайда жіберді екен а? Алло, қысқасы, Болатпен кездесуді кейінге қалдырдым. Неге? Флешкадағы видеоны көргісі келіп жүрсе тағы, өзім бір тексеріп алайын дедім. Оғанда не бар екен? Айтайын деген бір мәселе болып тұр. Телефонмен айтатын нәрсе емес. Қайдағы мәселе? Бәрі де ойдағыдай болат дегенің қайда? Шеф, телефонмен айтатын мәселе емес. Келді айт. Кеш болып кетті. Қалада қалам. Ертең тынық болғасын, мен жай түсіндірем. Болды, мен кетуім керек. Сен қайда кетпексің, а? Мынау құтырайын деген екен ғой, а? Алло. Привет. Я что-то забегался в последнее время. Давно с тобой не говорил. Да, я заметила. Шеф там, наверное, рвет и мечет. Да я не знаю. Я вообще-то в городе. Да ты что? Ага, отец отправил. Кстати, подальше от тебя. Похоже, его план не сработал. Потому что я тоже в городе. Надо же. Вот так совпадение. Встретимся? Расскажешь мне, чем я не угодил твоему папе. А тебя только это интересует, да? Я хочу увидеть тебя. Ну, хорошо. Давай встретимся. Привет. Привет. А чего это вдруг? Я задолжал тебе романтический вечер. Еще с прошлой поездки в город. Надо же. Помнишь? Конечно, помню. Ну и по каким делам ты приехал в город? Да черт с ними, с делами. Я хочу расслабиться. Выпить. А как же, я сам не пью и другим не советую. Сегодня я уже за руль не сяду. В городе останусь. Далеко идущие планы? Ну, они зависят от тебя. А я при чем? Ну, я в прошлый раз собирался тебя с мамой познакомить. С приемной. Но она заменила мне родную. Да, я помню.
А с чего вдруг такое желание? Ну, это знакомство твоим папы. Почему тебе с моей мамой не познакомиться? Логично. А, вот только папе моему эта идея вряд ли придется по душе. Так он что, запретил тебе со мной общаться? Ага. А ты что об этом думаешь? Ну, мне кажется, вполне очевидно, что я об этом думаю. Ну, вот и отлично. Пришел в себя. О, слава богу. А кто звонил? Еркан. Он сам еще с Мамбетом не разговаривал. Ему какая-то родственница сообщила. Врачи в больницу не пускают, даже полицию. Ну, надо, чтобы состояние там стабилизировалось. Вот, ну. А, еще он сказал, мама, Тимирлан сегодня приедет. Все, больше ничего не знаю. Чего это вы с утра пораньше так расшумелись? Мальчик, Тамерлан, который в горах упал, он в себя пришел. Слава богу. Эй, есің дұрыс па өзің? Мына жерде болық бау жатса, сен кафе аралап жүргенің не? Ана бала есін жиғанын айтқаныңызды түнде-ақ жетіп келдіретін. Сөйлесу керек ол баламен. Сөйлешкісін өзінің. Қысқасы, екі күннен кейін ғана ментерді кіргізеді. Оған дейін видеоны табу керек онда. Ештеңге түсіріп үлгермеген шығар? Темірлан дронды тауып камерасын шешкен. Сол камерамен күні бойы тауда қашып жүрді. Мұны қалай түсінуге болады? Ештеңге түсіріп үлгермеген болса, дронды тапқан жерден бірден қашып кетеді. Түк түсінсем бұйырмасын. Видео қайда сонда? Видео балада болуы мүмкін, немесе тауға тығып кеткен. Ей, балада болса жеп қоймаған шығар? Ауылға қарай қашудың орнына тауға қарай безді. Соған қарағанда әлгі жерден бізді алсырға алып кетпек болған. Ей, әлгі жерім қай жер? Дрон құлаған жерден. Онда сол жерден іздеу керек болар. Арманға жігіттерді қосып сонда жіберсек, іздеп көрсін. Жібер. Бірақ нені іздеу керектігін айтсаң болды. Әлбетте. Бала есін жиғанда қасында біреу болған ба еді? Қасында екі күн бойы Мәмбет болған. Ол бала шала бірден айтып қалар. Аңдығаныңыз үшін. Бұлықтырғаның үстіне бұлықтырдың ау сенді. Извини, не помешала? Вы же здесь хозяйка. Как вы можете помешать? Это я чужая. Айда, ну о чем ты говоришь? Это твой дом. И прав у тебя здесь больше. Вы, наверное, скоро пожениться собираетесь? Собираемся. Ну вот как раз станете здесь хозяйкой. Мы можем поговорить? О чем? О твоем отце, о твоей маме. Я об этом даже Мурату не говорила. Но тебе должна. Алло, жаңа ғана Арманмен сөйлестім. Таудан түсіпті. Бәрін қарап шыққан, бірақ ештеңе таппапты. Осы жолы қандай керемет жоспар айтпақсың. Мәмбетті аңдып жүрмін. Бала оған бірден айтса, шал бізді флешкаға апарады. Онымен сөйлесіп көрсең қайтеді. Ал бала ештеңе айтпаған болып, нең не екенін білмесе ше. Шеф, сосын хабарласай. Енін жетпей тұрған сен едің. Самакім. Уәлейкім. Жай шешесіз ба мұнда? Көршінің ақысы бар демекші, жағдайларын білуге келдім. Ауруханаға Темірланның шешесі келді деп естідім.
Мәмбет сонда болар. Темірлан іштен айтпап па? Білмейсіз бе? Жоқ, білмедім. Екі күннен кейін ғана сөйлесуге рұқсат береді. Сен де сонда болған жоқсың ба? Өзіңнен сұрамайсың ба? Иә, болдым. Бірақ не болғанын әлі түсінбей жүрмін. Айдана да ашып іштен айтпайды. Сол үшін Мәмбетке келдің бе не? Жоқ, қалай айтсам екен. Тауда браконьердің өлігін тапқан. Ол браконьердің өлігін төмен түсіруге мен көмектестім. Сол жалғыз болмау мүмкін деген ойға келдік. Екіше болған. Біз деп тұрғаны кім сонда? Шеф екеуміз әрине. Шеф екеуміз деп қояды. Немене, шеф екеуің, ана, Мәмбет атаны, сендер шеф екеуің қорғайын деп жүрсіңдер ма? Солай десек те болады. Ойпырмай, Мәмбет ата сендердің қорғайтындарын естісе, қуаныштан жүрегі жарылып кетер. Ассаламу алейкум, ақсақал. Уақ алейкум, ассалам. Қалыңыз қалай? Бірақ мен жақсы, өзің қалайсың, Берке. Болады. Темірлан есін жиді деп естідім. Құдайға шүкір. Рахмет. Қызың келген. Қазір соны мен отыр. Енді ақсақал, уайымдамаңыз. Бәрі оңалар, олыңыз жазылып кетсін. Рахмет. Еркін. Ау. Флешка деген не? Флешка? Кеше кеше. Жүріңіз. Я разговаривала с Жанат незадолго до твоего приезда. Я виновата перед ним. Я хотела лично попросить прощения. И что? Она сказала, что твой отец очень хотел сына, где мог бы быть маленький братик. Я первый раз об этом слышу. Но на очередном обследовании выявили патологию. Было принято решение прервать беременность. Акжан, что вы такое говорите? Почему она вам об этом рассказывала? А я об этом никогда не знала. Не веришь? Имеешь право. У отца спроси. Она сказала, что потом так и не смогла забеременеть. И, возможно, именно этот аборт стал причиной ее заболевания. А почему мне родители об этом не говорили? Ну, ты знаешь, родителям всегда кажется, что мы маленькие дети, и нас нужно защищать. Я сама страдала от чрезмерной опеки своих родителей. Но когда появился Жасулан, я поняла, что это просто родительский инстинкт. А что еще сказала мама? Она очень жалела, что так и не смогла родить ему сына. Но спокойно, что теперь есть Жасулан. Я вам не верю. Вы это все выдумали, чтобы показать, что вы не такая уж плохая. Айдан, я это говорю не для того, чтобы себя защитить. Я хочу, чтобы ты поняла и простила отца. Он очень страдал, когда потерял Жанат, и боится, что потеряет тебя. Итнеме. Кім? Дәуленді айтам. Үйіңіздің қасында машина да отыр. Соған қарағанда флешканың қай жақта екенін білмейді ау деймін. Сізді сол флешкаға алып барады деп ойлайды ақсақал. Солай істеу керек. Солай дейсіз бе? Жоқ, ақсақал. Қазір Дәулен сізді ғана емес, мені де аңдып жүр. Менің сіздер жақ екенін ол өте жақсы біледі. Сіз де, мен де сол флешкаға алып барады деп ойлайды. Көксегенде сол. Болмайды, ақсақал. Ал полиция ше? Полиция дейсіз бе? Жоқ. Серікболдың таныстарына жетеді. Олармен хабарласатын болсақ, басымыз бәлеге қалады. Оның үстіне Талғатты мына істен ысырып тастаған. Болмайды, ақсақал. Дәурен жайлы айтып еді. Ол мен сенбедім.
Айданны кінәледім. Айтпақшы Айданы демекші, сол қызың әкесімен хабарласса қайтеді. Погуляли? Да, наигрались. Привет, мой золотой. Не нравится. Мурат, ты прости меня, пожалуйста, что я тебе не рассказала о нашем разговоре с женат. Знаешь, тяжело очень было. Да я понимаю. Я собиралась и почти уже решилась, ну, в тот день, когда с Айданой это случилось. Потом она пришла, и я почему-то подумала, что, наверное, лучше будет с нее начать. Я очень надеялась, что это поможет. Ну и как? Помогло? К сожалению, нет. Слушай, ты говорила, что она очень похожа на тебя в молодости. А как бы ты поступил на ее месте? Ты знаешь, наверное, так же. Нет, не наверное, точно так же. Спасибо. На что? За то, что пытался. Бәріміз қосылып, бірденге ойлап табармыз, ақсақал. Қал ойлайсыз. Сүйте. Сүйткенің тұр шығар, ә? Не, мен ойымда болмаған осы мәкен. Не, мен мәкен. А, твой. Ну, это Еркин села. Да, Еркин? Ассалмайкум, мәке. Да, что? Это, у меня есть разговор к вам. Он касается вашего дочернего предприятия. Так. Ответа, да, по-моему, называется. Вот. Угу. Хотел об этом поговорить с вами. Айдана, есть новости. Какие еще новости? Мне твоя Акжан уже навешала лапши на уши. Это касается Тамерлана. Что с ним? В общем, Юркен звонил. Та флешка с барконерами. Тамер спрятал ее. Ну как? Когда он успел? Да не знаю. Какой-то там памятник. Конечно. Как он догадался? Это первое, что он сообщил деду, когда очнулся. Надо поскорее забрать ее оттуда. Проблема. Даурен обложил их со всех сторон. В смысле? Ну, он следил за домом Амбета, теперь следит за Еркеном. Ну, видимо, он понимает, что они могут привести к флешке. Вот черт. Нужен план. От винта. Не понял. Нам нужен дрон. В общем, начинаем с того угла и потихонечку доходим до сюда. Угу. А во второй половине дня перейдем на второе поле. Хорошо. Хорошо. О, старые знакомые. Вы тут какими судьбами? Пойдем, Батер. Оборудование соберем. Работа. Өткен аптада бастығың осы жерде араққа тойып алып, желге аунап жүрген есіңде ме? Сөйтіп шошқа болып жүргенде мына жігіттердігін әлесін. Мен Мұратпенен бірігіп бір жобаны жүзеге асырайын деп жатыр. Осыны ана Серікболыңа айта бар. Қызғаныштан тұз жаласын. Не дейін енді? Іске сәт. Аналардан
көз алмаңдар. IT-шілерің компьютердің басқа түк те білмейді. Бірақ кім білсін? Я түсіндім. Жобаны іске асырамыз деп қояды ғой. Тапқан екен уақытты. Малғындар. Ладно, ребят, пора мне. Пойду пастухов своих проведаю. Давайте. Мы сейчас на этом поле закончим и на второе сразу тогда, Еркинага. Хорошо, хорошо, понял. Че, как дрон, нормально там будет? Да дрон нормально, его главное не уронить. А то хозяину дрона я сказал, что я буду лавстори снимать. А если он упадет, это будет не очень правильно. Если честно, я переживаю. Ты что, время засекаешь? Ровно час же, да? Ага, два часа. Час так час. Не был жатр. Да не штука. Я. Еркін ана кейін поле қалдырып кетті. Ааа, қозғала бастады ма итіне мелер? Былай істейміз. Сен айтешілерді арғары яңдей бер. Ал мен Еркін сұғынан қуып жетем. Жарайды. Ал сен болсаң, үйден көзің долышы болма. Погнали. Движение просто вот потихонечку сейчас начни опускаться. Потому что ветер сильнее. Спокойно, спокойно, вот это сейчас начнет делать. Так, найдет, нет? Сейчас спускаться буду сейчас. Давай, к нему поближе подлети. Подожди, не сбивай. Эй, Еркін! А, бауырым. Көпке қыдыруға шықтың ба? Жетер енді. Флешканың соңынан күні бойы қудым. Сен не? Қаланы ана маймылдарды шақыртып алып, мен ештеңе білмей қалады деп ойладың ба не? Қазір негізі маймыл болып тұрған сенсің. Флешкан менде деп ойладың ба? Жоқ. Енді ана жігіттерді. Бұл кеткір! Әлі сөйлесем сенің! Отражениях прошлого, но родной, слышу голос твой, знаешь, снова и снова. Он зовет, как и прежде, добрым словом. Слух лаская звучит, как басанова. У дорог наших больше нет перекрестков. Пустота одиноких снов отголоски. Я бегу, как приду, и понять хочу, почему я тебя все еще люблю. Между небом и землей.
между тобой и мной было так все красиво, как же невыносимо понимать, что больше нет у нас. Ты приходи ко мне хотя бы во снах.